Кузнецках продолжается комплексное благоустройство дворов. На юбилейном проспекте 74-го дома кипит работа. Уже неделю здесь идет активное строительство. Сейчас делают основания для нового детского игрового городка. В этом году двор вошел в программу комплексного благоустройства. В данном дворе нигде не предусмотрены снижения непосредственно для лиц с ограниченной мобильностью, да, также там для матерей там, с колясками. Вот. После того, как работы будут завершены, везде, где это необходимо, нами данная работа будет проделана. После приступят к ремонту проезжей части и тротуаров. В планах замена асфальта, расширение парковки, нанесение разметки. Затем озеленение территории. Высадят молодые деревья и кустарники. Согласно срокам, работы должны завершиться в начале августа. Но, как говорят сами строители, справятся раньше. Это уже улица Мира. Здесь также ведутся работы во дворах. Возле 14-го дома ремонтируют дорожное покрытие. Асфальт местами пришел в негодность и сегодня требует ремонта. Всего в этом году в Химках благоустроят 15 придомовых территорий. Приведут в порядок не только детские площадки, отремонтируют и пешеходные коммуникации, автомобильные проезды, а также оборудуют видеонаблюдение. Сегодня мы принимаем работы по установке подключения к системе «Безопасный регион» 3 видеокамер, установленных на детских игровых площадках вблизи дома улицы Ленинградская, дом 7, расположенная внутри многоквартирных домов. Данные видеокамеры в целях обеспечения безопасности жителей городского округа, а также контроля оперативной обстановки. В планах подключить к системе «Безопасный город» еще порядка 500 видеокамер на детских и контейнерных площадках. Всего на территории Химок уже установлено их более 5000. Юлия Самошна, Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.